Святые благоверные князья Страстотерпцы Борис и Глеб были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Родившиеся незадолго до крещения Руси, святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой. Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и кротость, заботясь об утверждении православной веры среди подданных. Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. Когда последовала кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в Киеве, объявил себя великим князем киевским. Святой Борис в это время возвращался из похода, так и не встретив печенегов. Узнав о смерти отца, он сильно огорчился. Дружина уговаривала его пойти в Киев и занять великокняжеский престол. Но святой князь Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско. «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца». Однако Святополк не поверил искренности Бориса. Стремясь оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился в своем шатре на берегу реки Альты. Они ворвались в шатер к князю и пронзили его копьями. После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Вызвав брата из его удела Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами произошла в устье реки Смедыни, неподалеку от Смоленска. В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба? Какой смысл в том, чтобы вот так, без сопротивления, погибнуть от рук убийц? Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию – любви. Кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец. Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести. Они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Благоверные князья страстотерпцы не только прославлены от Бога даром исцелений, но они особые покровители, защитники русской земли. Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время. Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины. Множество храмов и монастырей по всей Руси было посвящено святым князьям Борису и Глебу. Фрески и иконы святых братьев страстотерпцев также известны в многочисленных храмах Русской Церкви.